шикарный день. Ну, побыла же это проведка. А как же, после рукобития от свадьбы отказ невозможен. Ой, девишники, ой, моя не жива, не мертва. Ой, не поплачет за столом, он будет плакать вон за столбом. Это верно. Ой, верно. Ой, вылетит моя кровиночка. Ой, это надо мне сторожку. Ой, вы чужие люди, вы чужую семью. Ой, я как будет называть Лютер Свекра. Батюшкой называть не хочется. Свекром называть обидится. А как будет называть Лютер Свекрой? Мой батюшка называть не хочется. Свекрой его называть. Ой, мать моя. Обидится. Вот еще завелась-то ручьем. Да поубавить песни гордости. Назовет свекра батюшка, назовет свекровь матушкой. Ну, с этого худо не будет, с белого лица-то не спадет. Давай. Так. Вытницу пригласили? Ой, а то как же. Избави, Господи, от дурного глаза и завести подружек, родственников, других людей. Так, ага, да. Задобрим угощениями, задобрим и подарками, всех задобрим. А да. Особенно вот всем нашу знакомую особу. Надо задабривать всем, чем угодно. Пивом, водкой, и горилкой, и бравой. Чем угодно, да без памятства. Лишь бы она забыла о своих дурных помыслах. Так может, до этого не дойдет, а? Может, и не вот дойдет. В ансамбле. В ансамбле живо фатерном ансамбле. Руководитель Анна Белёвкина. Обряд записан в селе Искра Великоновесельговского района Донецкой области. Подготовка невесты к свадьбе. Донецкая Народная Республика, город Донецк. Встречай, дорогие гости! Yeah.
дівчата, як ви гарно співаєте. Аж згадала свадьбу свою, так я молодою була. Дякую вам. Прийміть від нашої молодої запрошення на свадьбу. Дякую, що зійшли до мене у гості та пригласили мене на свадьбу. Дякуємо за перегляд.